напоминаю. А видите сетку рабицу? Это я соседу посадил грушу. Она имеет одну особенность. Тут рядом еще одно дерево. Вот. И после этого прошло еще несколько лет. Вот. Значит, вначале она отличается тем, что она была мной посажена, еще 30 деревьев. Потом половину уничтожили козы, а вторую половину уничтожил хозяин. Не хозяин, а гость хозяина. Вот. Именно тогда, может быть, Алексей Немытов-то, может, эту фразу уже слышал, вряд ли все. Вот. Когда я возмутился, что ж ты, сволочь, это самое, я же садил, я вырастил, что ж ты творишь-то, ветки кромсают, кромсают. Я сказал, его ответ войдет в эту уже какую-нибудь будущую энциклопедию, как пример дури невероятной. Мне, Железову, он ответил так, а он, знаете кто, тракторист по профессии, значит, ну и начитанные, да, есть такие, что начитались, а тут ничего хитрого нет, ветки растут внутрь, отрежь, которые вверх отрежь, которые вниз отрежь, вот, до метра штамп сделай, и он это делал, а я снимал с телевидения, вы понимаете, что настолько я постарался быть объективным и не болтуном, что все это при телевидении делалось и при семинаристах, когда полтора десятка людей, начиная от Востока до Запада, приезжали ко мне со всей страны. Вот. И он резал. Вторую половину уничтожил. Вот случайно уничтожил, не уничтожил вот эту. И я вам показываю то, что ему не удалось уничтожить. Груша выжила. Но особенность этого дерева именно такая. Все и уничтожены, и эти были посажены мной, моими руками. Мне за это сосед целую сотку подарил. А куда ему столько? Вот. А я ему сад посадил. Может, 30, может, 40. Еще 40 прививок сделал. Это был сад, что такой момент, когда ко мне приезжало телевидение, я вел уже не себе, мои уже как бы не то, что постарели, но уже плоды уже помельчали, а там уже сухая ветка торчит. Помните, вот если вернуться назад, да? Уже не то. А здесь самый расцвет был. И в этом саду проводили съемки. А что, я имею право это моими руками посажено. В чем особенность была этого сада? До того, как его уничтожили. Одна важнейшая. Я экспериментатор. Раз, мне не было времени. Я посадил 10, 20, 30. Вот, один раз бегал с ведром, полил. Еще раз вот отсюда, от рабицы, сколько доставал шланг, еще час полил. И больше за все годы я не подходил. Прошло 15 лет. Это еще молодое дерево показываю. Прошло 15 лет. Ни разу до того, как не приехал за человек с секатором. Это у меня есть, я вынужден, потому что кто-то скажет, ну ты что, привеличишься? У меня есть десяток фотографий, где в этом саду со мной позирует Дускобилов Турсун Пулот. Вот. Он же кандидат наук, он же завлаб, заведующий лабораторией Абаканского института аграрных проблем. Он с моего сада не вылезал все эти годы. И он с удовольствием позировался. Почему? Книги в эти фотографии. Он же книги писал, попадали. То есть я не болтун. И самое главное, что до этого секатора ни разу я не подошел с секатором. Никто не полил, не удобрил. И еще, каждый год, пока я их все-таки только лет через 5-7 заставил, прекратите траву выкашивать и уносить отсюда, до коров. Понимаете, как было? И все равно, то есть это был яркий пример. Ни одной болезни, ни одного... Вы знаете, что такое? У меня последние годы есть фотографии сотни, у меня доказательства. То, что я это... Такое не может быть никогда. Ни одного пятнышка гриба на листьях. Ни одной сухой ветки. Вот. Тлит только на яблонях и на нескольких сливах, на остальных чистейшее. Груши чистейшие, все чистейшее. Ну, выглядит как хвастовство, но это исторический факт. Не подходишь к дереву, плоды огромные, урожай сумасшедшие. Вот. Вот это все это было зафиксировано в десятках фильмов, с телевидением, с моими этими, как это называется, сектанты, семинаристами, кто приезжал учиться со всей России. Вот это есть груши. То есть они в уходе не нуждаются до поры до времени. Потом, ладно, вернусь. Вот видите, наступает такой момент, когда я в этом году вынужден половину спилить. Вот. Понимаете, почему? Это уже последний этап, 30 лет исполнилось, юбилей. Последний этап на несколько лет омоложения. Вернется вкус, вернется крупность. У него такие были. Вот.
все вернется. Ну, а дальше Сибирь. 30-40 лет, оптимальный срок, но не маленький. А я назвал не предельный, а оптимальный срок. Потому что если я не буду трогать, ну, у меня земли нет. А если я не буду трогать, то она будет с каждым годом ветки больше. И однажды кто-то раззвонит на всю страну, уже ли на самом деле груша не морозостойкая. Вот. Хотя это не просто груша. И кто видел фильмы, тут каждый год 20-30 ведер. Вот так вот. И как видите, это не хвастовство, никакого обмана. А констатация факта. Вот это уссурийская груша. Знаете, у нее судьба интересная. Почему она такая? Ну вот она такая. Груша имеет свойство расти кривыми и горбатыми. Когда семечко, это не так замечаешь. А потом я вас познакомлю с особым местом, где растут дикие груши. Вот, видя уже вот таких сеянцев, вот таких вот, как на моем пальце. Вот. А потом они растут вот так, вот так, вот так, вот так. И когда я спохватился, было поздно, привить уже не мог. Я сказал, дай расти до плодоношения. Вот, классическая дикая груша. Так, вот, ну сейчас уже спилена все-таки, абрикосы задавили ее соседи. Вернее так, она мешала дальше развиваться. Это просто фотография мне на память. Вот. У меня, как сказать, каждая фотография какая-то тема. Пришла пора дальше развиваться, абрикосы ближний и дальний уже не могли. Все. Вот. Надо было что-то выбирать. Вот это вот типично, это и есть сварог. Это дерево исполнилось 28 лет, и я его спилил. Вот. Но фотография нам нужна не для этого. Фотография нужна для другого. Я сейчас делаю заявление. Я железо. А, кстати, почему так много лежит? Потому что невозможно собрать все это. Перед этим столько же было уже собрано. На семена. Вот. Но если люди не притязательные, приезжают, ну, берите ведро, берите два. Вот. Ой, нам нравится. Ну, знаешь, что такое халява? Уксус, и тот сладкий. А в основном так, а потом снова нападало и сгнило как есть. Вот. Мое заявление, оно важнейшее касается не только груш, но и всего. Существует два принципиальных мнения. Мнение ученых, мнение большинства садоводов, так сказать, опытников, вот. Мнение всей мировой науки. Все, что лежит под деревом, представляет страшную опасность. Страшнущую, ну, это опасность для этого же дерева, чем вот вы видите штамбик. Вот. Где-то кто-то когда-то произнес одну из самых дебильных фраз. Если все это под, как называется этот самый, под грабли не убрать, дерево из этой вот то, что придет весна, из этого все вылезет. А это с куча так называемых вредных насекомых, вредоносных. Полезных нет. Про них никто не вспоминает. И они обрушатся на дерево, и дерево будет просто-напросто со всей листвой уничтожено. Вот буквально. Но это еще когда без этих, без фруктов. Что такое фрукты? Это еще страшнее, особенно у меня под яблонью, и та же самая картина. Просто сегодня тема не яблони, та же картина. Вот. Собрать весь урожай невозможно, все остается. А вот и кто-то придумал, я никогда эту второй момент, я опять разбрасываюсь, то, что бабочки, которые из них потом вылупятся, из этих самых, вот представляете, скажут, ну, какие-то неграмоты, вспомнить не можешь, эти самые, плодожорка, вот, кто-то придумал так, вот, допустим, это яблоко, возьмем чуть шире, потому что момент, все равно же конец один, надо грабли брать, караул, хоть яблони, хоть груши. Возьмем яблони. Якобы плодожорка, сожрав дерево, сожрав плод, вылезет, полезет по штамбу, я хоть бы раз в жизни увидеть эту, у меня столько этих самых фруктов гниет в саду каждый год, хоть бы раз увидеть, как плодожорка ползет по дереву. До сих пор, а это, знаете, как особо наблюдательство, я ни разу не видел. Ну, допустим, снова залезла, допустим, еще яблоко съела. Так. Вот. Но это ладно.
В любом случае, есть плодожорка, нет плодожорки. Защита именно как домиком для того, чтобы под этой листвой все находится. Это тоже надо все уничтожить. И вот получается так. Я представил себя граблями. Ну, вы знаете, что такое черный пар? У Мичурина, которого я обожествляю, и то написано «Рыхлите почву по деревьям». То есть мало того, что сгребли все до травы, до дерна, еще и дерн уничтожить. А труд-то какой? Я вот представляю, да, и думаю, за что? Я опять чуть-чуть отвлекусь. Что было сделано несколько дней назад? Об этом показали все центральные каналы телевидения. Человек поджигал траву на своем участке. Огонь стал неуправляемый и залез небольшой там гектар или два травы, травы, подчеркиваю, сгорело. Там немножко кустарника, там совсем чуть-чуть, вокруг, прежде чем остановили огонь. Приехали экологи. Это самые большие дармоеды на свете. Кто не верит, попейте воду из реки, возле любого комбината, да, воду из реки. Ну, понятно, да? Дальше не продолжать. Вот, это самые главные дармоеды. Они этому человеку, который получает 13 тысяч, который это самое, весь в долгах и имеет жену и двое детей, насчитали штраф 18 миллионов. Вот. Все, кто леса, помните, загорелись леса, они же не просто горели. И потопы тоже не просто. Они же не просто так горели. Миллионы этих самых гектар было срублено напрочь. Так? Вот. Они стали миллиардерами. А человек за них заплатил 17 миллионов. Ну как, всю жизнь будет платить, там лет 200, по-моему. Вот. Выписали ему штраф 17 миллионов. Вот это есть. И вот что интересно, да, вот эти даже не миллионы, а миллиарды. Я бы со всех этих авторов бы слупил. За что? Когда интересы экологи, они каждую посчитали на квадратном метре количество паучков, жучков. Там где-то была одна, это даже улитка, да, улитка сгорела. Ее тоже, по-моему, рублей за 1000 посчитали. Вот. Все это было, улитка сгорела. Нашли улитку, да. Вот. И еще, значит, черви, оказывается, вот когда вот этот огонь прошел, ну, по траве, еще черви сгорели. А мне зацепился за слово черви. Потом показывают реакцию этого парня, уже когда он успокоился, вначале там слезы были всей семьей, вот, где ему взять 17 миллионов, и вообще, он говорит, и ради бога, я компенсирую, я накопаю черви в другом месте, и на том участке сгоревшей я их тут закопаю. Но это уже утрирование. Но главное это, что миллионы по всей стране, по всей планете, миллионы гектар перекапываются вместе с червями. А это то же самое, что вот взять, допустим, эту атомную бомбу на город. Прямо вот так, чтобы все дома снесло. Это его дом родной. Я всегда говорю, под землей находятся червячные ходы. Это подземный этаж. Это главное следствие сантехники. Аэрация, вентиляция, канализация. Все это под землей. И у меня специальные фильмы, специальные фотографии. Моими руками сделаны. Они где-то там с интернета. И получается так, что они умудрились всей планеты, учат всю планету уничтожать червей миллиардами. Представьте себе, как их рубят лопатой, да? Потом тяпкой добавляют. Вот. Потом все это уничтожено, их жилище, уничтожены их дети. Все уничтожено. Вот. И все это, травы больше нет. Жрать, извините, нечего. Вот. И когда показывали, как этих самых, неудобно их обзывать, так называемых феев, которые всю страну учили. Берем, выгребаем листья. Так? Было такое. Выгребаем листья. Вот. И кто бы спросил, а червей-то кто кормить-то будет? Вы же с ума сошли. А зачем вы выгребли? А потом они взяли и сказали, вы знаете, будем сейчас подавать кислород. Взяли вилы, несколько раз ткнули, а теперь представьте себе людей, у которых несколько сотен вилами тыкать надо. Вот такой идиотизм процветает. Еще раз. Другая крайность, то есть против меня вся мировая наука, или вся рота идет в ногу, я не в ногу, вот это все неприкосновенно. И если вот именно вот так вот, а потом снежком прикроют, и не так, как они здорово метели это, дикостью занимались, то есть якобы снега задержали, а зима же сейчас, поэтому и говорю, обтаптывали снег. Снег неприкосновенен, все неприкосновенно, сами разберутся. Что здесь будет? Ну и потом у меня отдельные фильмы.
Я разгребал, показывал, терять ходы показывал. Много чего показывал, но я пока остаюсь в таком одиночестве. Вот. Вот мне всегда, знаете, так уж получается, что иногда нарываюсь на критику. Не смей трогать эти, когда я учил, что нельзя дерево отделать раны за 500, то есть раны на, как они называются, эти самые, раны на кольцо. Вот, раздался звонок, и человек, старческий, дребезжащий голос. То есть я против обрезки на кольцо, это страшная вещь. Лучше оставлять сучки вот так вот. Постарайтесь, кто мне поверит, запомнит. Вот так сучки оставляйте. Это хоть какая-то защита, раз уж вынуждены. Как я вынужден брать черенки на хранение, на прививку. Вот. Но оставляйте ни в коем случае. И вот когда это произнес, старческий голос в трубке. Не сметь! Как там было слово? Сейчас слово. Как? Не сметь дискредитировать великие имена. Ну, вы догадываетесь, что за великие. Помните, кто учил эти деревья пугать? Отрежьте несколько веток. Ну, испугается, значит, насчет. А попробуйте отрезать грушу. Ага. Прорехи нельзя. Мы про груши. Вот здесь по штампу вода стекать нельзя. Но и так страдает. Почему у привитых груш век короче? У привитых грух век короче, потому что это бывшая почка, которая должна была глядеть куда-то в бок, насильно, когда она пошла в рост, выпрямилась с помощью колев, и всю оставшуюся жизнь заставляет ее в неестественном положении. И когда она в неестественном положении, она ниже на этой ветке, пошли почки, одна сюда, другая сюда. Потом покажу вам вот эти фотографии, страшно смотреть. А потом говорят, приводите дерево в порядок. До метра отрезайте все внизу, вот уже симпатичное дерево. А нижние ветки, они плодоносящие с первого года. И плюс ран не будет. Вот так вот и воюем. Так, ну это просто, чтобы облизнулись на эти груши. Важнейший момент, ребята, опять никто никогда во всей мировой науке это не говорит и не описывает. Есть груши ранние, поздние. Нет, по-другому. Зимние. Осенние, летние. У каждой есть срок упасть. Когда каждый раз она упадывает, так, она становится съедобной, спелой, перезрелой, но не для нас. Дальше у меня тоже куча фотографий. Пчел море сразу. Я так счастлив, когда у меня диких пчел, полный огород. Лежат груши, гниют. Запах от никакой. Так, но мы-то, нам хочется кушать, значит, мы должны грушу эту снять раньше. И тут такое противоречие, друзья. Если мы возьмем, аккуратненько отломаем. Дело в том, что вот эта плодушка. И она плодоносит несколько лет, вот эта часть. Вот там, здесь плохо видно, ну, у меня есть другие фотографии. Просто я еще раз говорю, я не придерживаюсь системы. Допустим, тема хранения плодов. Здесь подвернулась фотография. Слушайте. Итак, если аккуратненько отломить вот тук, будет рана на самом плоде. Он долго не пролежит. Согласны? Хорошо, что его сразу в рот. А если ему хочется, чтобы до Нового года полежал на праздничный стол, тогда где получается? Если отрываете уже зеленую, то есть она еще зеленая и должна дозревать в погребе, она ломается где угодно. Или тут часто, поверьте, прямо вот с такими вот. А люди же не понимают, это...